не идет. А, все, вот, все, 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 дядя Петя. Работает, все, точно? Да, работает. Таймер пошел. Да, итак, пошло. Команда из профессиональных искателей сокровищ. Мы сейчас будем показывать, как надо правильно рассматривать сокровища на дне озера. Смотрим, значит, выбираем место. Вот. Теперь специально обученные копатели раскапывают. Раскапываем, раскапываем хорошенько. Хорошенько. Копаем. Копаем. Сейчас мы покажем вам озеро Байкал. Прямо в Москве, в центре Москвы. И мы сможем, не ныряя в озеро, рассмотреть все сокровища. Мы должны сегодня обработать половину этого озера. Половину обработаем в следующий раз. Итак, вот. Вот, смотрите, значит. Вот мы почистили. Очистили, почистили. А теперь вступает в роль папа. Папа так берет, скажем, снимает перчатки и начинает шлифовать. Шлифовать, шлифовать. Шлифовать должны только взрослые. Только взрослые. Только взрослые. Только взрослые. И теперь вот мы видим сокровище. Сундук. Где? Сундук вон. О, точно. О-о-о. Давайте копаем. О, так, смотрим, монетки есть? Да. Ну там какая-то красная штучка. Да. Ну-ка, Андрюх, посмотри, нормально все видно? Да, да, все нормально. О, все, до следующих серий. Сейчас мы еще, давай. Сейчас еще вам.